Сегодня на Барзасском карьере праздник. Здесь подводят итоги работы первой десятилетки. Работников предприятия, входящего в состав холдинговой компании «Сибирский деловой союз», поздравляют с юбилеем, вручают награды и подарки. Сейчас продукция карьера пользуется большим спросом у строителей, нефтегазовиков и востребована во многих регионах России. Возраст в 10 лет на предприятии оценивают по-своему. Вообще 10 лет для предприятия, которое занимается добычей камня, да, производством щебня, в принципе, 10 лет – это возраст, скажем, юноши, который уже немножко, так сказать, ну, скажем, по-русски говоря, 18 лет. За 10 лет динамика роста Барзасского карьера была такова, что даже угольные предприятия, значит, которые намного мощнее нас, понятное дело, да, таким образом не развивались. Елена Будакова на предприятии работает с момента его образования. Каждый день оформляет машины на погрузку щебня. Говорит, несмотря на то, что Барзасскому карьеру исполнилось всего 10 лет, за это время здесь уже успели образоваться семейные династии. У меня как бы и отец здесь работал. Потом я вот пришла. У меня здесь и племянница работает. Вот у нас династии здесь и у Манфировых. Да, у нас здесь как бы много знакомых. За время своей работы Барзасский карьер добыл более 8 миллионов кубометров щебня. Это около 180 тысяч железнодорожных вагонов. Первый юбилей по праву можно назвать каменным. Планы здесь строят совсем не шуточные. Расширить добычу щебня, приобрести собственный локомотив, строить новые очистные сооружения. Алексей Поляков, Максим Аблендер, Александр Белкин. Новости.